На международном IT-форуме представлены уникальные разработки, в том числе автомобиль, который с помощью нейросети и компьютерного зрения создает виртуальные копии российских городов. Как работает и для чего необходимо такое оборудование, расскажет Марина Селезнева. С виду обычный легковой автомобиль, но напичканный электроникой. Машина оснащена датчиками пройденного пути и спутниковой навигации, а также видеокамерами. Пока водитель едет по заданному пути, автомобиль записывает все, что находится вокруг, сверху и снизу. Это в профессиональной среде называют полевым этапом виртуализации пространства. Самое главное преимущество – это экономия времени. Если раньше города оцифровывали годами, то сейчас на это уходят месяцы, а то и меньше. А вместо десятков специалистов теперь задействованы всего два человека. Экипаж съемочный состоит из двух человек. Это водитель и штурман-оператор. То есть водитель осуществляет движение, оператор направляет водителя, куда ехать. Покрытие, которое нас интересует, дорожное, съемочное, он следит также за съемкой, которая происходит. Передвижная лаборатория работает на скорости около 50 км в час и исключительно в хорошую солнечную погоду. Это важно для качественного результата. Информация с камер поступает в компьютерный блок. Он находится в багажнике, а оттуда отправляется в центр обработки данных. Там уже искусственный интеллект создает точную виртуальную копию пространства. Дорожные знаки, светофоры, пешеходное ограждение, бордюрный камень, материал бордюрного камня, как к примеру, да, остановки общественного транспорта, железобетонные, металлические, там табло без табло, с пониженным барьером для маломобильных групп населения. В общем, порядка 50 слоев мы описываем. Эта информация может быть использована, например, для формирования паспортов организации дорожного движения, что требуется органами власти, паспортов зеленых насаждений или объектов уличного освещения. 10 таких автомобилей сегодня работают по всей стране. Марина Селезнева, Сергей Ваяшко, Вести Югория, Ханты-Мансийск.